Друзья мои, всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня отличная погода, мы решили прогуляться. И сейчас мы гуляем по Центральному парку культуры и отдыха имени Горького. И далее уже пойдем гулять в экстрим-парк, который строится у нас под мостом Миллениумом. И мы с вами сможем понаблюдать за ходом строительства этого экстрим-парка, который обещает быть одним из самых больших в России. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Приятного просмотра! Сейчас, как я уже говорила, мы находимся в парке имени Горького. Парк довольно крупный, находится в Вахитовском районе Казани. И здесь пересекаются такие улицы, как Ершова, Вишневского и Подлужная. Кстати, с правой стороны здание катка, которое называется «Трудовые резервы». Здесь также можно взять на прокат зимой надувные подушки и кататься на них с горки. Тут также есть парковка для велосипедов. И установлены небольшие киоски, где можно перекусить хот-догами, пирожками. Тут есть и пеленальная комната для мамочек с детьми. В аренду детишкам можно взять вот такие машинки. Нашли мы здесь вот такой фудтрак «Ураган Сарай» называется. Здесь можно попить кофе. Кому интересны цены, тот может остановить видео и посмотреть. На этом я подробно останавливаться не буду. Сейчас мы с вами прогуляемся к детской площадке. Это не единственная площадка, но здесь есть мини-аттракционные горки как для детей, так и для взрослых. Вот такие вот тренажеры. И здесь очень мягкое покрытие, как ковровое. Очень приятно по нему ходить. И вот, кстати, тут таблички с примерами, как можно использовать эти тренажеры. Ну и слева поле для занятий футболом. Очень ухоженное такое и красиво выглядит. Далее мы с вами прогуляемся до фонтанов. Конечно, фонтаны пока не работают, но я хочу все равно прогуляться, потому что там красивая площадка. Хочу показать ее вам. И ненадолго вас оставлю, полюбуйтесь красотой этого замечательного, чистого и красивого парка. Ну вот, мы подходим к фонтанам. С левой стороны как раз они, а справа еще одна детская площадка с таким огромным пауком. И вот здесь установлены такие лежаки вокруг фонтана. И обычно прямо из земли здесь бьют водные потоки. Все это сопровождается музыкой, а ночью еще и красивой цветной подсветкой. Ну и мы с вами идем дальше и любуемся красотой этого парка. И посмотрите, кого мы тут нашли. Вот такую белочку, пушистенькую красавицу. Их, кстати, здесь очень много. Мы находимся немного на горе. Здесь такая небольшая смотровая площадка с видом на город. И сзади меня как раз вид на город, на Казань-арену и на мост Миллениум. Сейчас туда мы с вами как раз и отправимся. Thank you.
Вы представляете, мы настолько много работаем, что ни разу в своей жизни сюда никак не дошли. И здесь есть вот такая узенькая тропинка вниз. Она как раз ведет под мост Миллениум. Как раз там мы увидим новый экстрим-парк. Вот так выглядит мост снизу. Сейчас нам нужно просто пройти прямо. И там все огорожено забором, но есть единственная калитка. Через нее мы как раз и зайдем в парк. Ну вот, наконец мы попали под мост. И вы знаете, я первый раз гуляю в таком месте, и здесь такая интересная атмосфера, такие эмоции. Все очень круто, и ощущение такое, как будто смотришь какой-то американский почему-то фильм, где собирается уличная молодежь, и они гоняют на скейтах, на досках. В общем, вот какое-то такое интересное чувство. С правой стороны у нас Казанка, а с левой как раз-таки новый строящийся экстрим-парк. Здесь можно увидеть уже некоторые горки. Сейчас будем подходить поближе. Не знаю, почему мы раньше не были в этом месте. Очень классно. Поговаривают, что это будет продолжение набережной. Мы еще туда с вами вместе не ходили. Но обязательно это исправим и в ближайшее время посетим нашу набережную. Там тоже очень красиво. Забор, конечно, мешает, но сейчас мы немного посмотрим этот парк снизу. Посмотрим планы нарисованные, и дальше уже поднимемся на мост и увидим вид сверху. Такие вот трассы. Напишите в комментариях, рискнули бы вы прокатиться по таким дорогам, а то мы с мужем тут спорили. Я смогу, да я смогу, но на самом деле очень страшновато. Мне даже смотреть страшно на такие горки, не то чтобы по ним кататься. Ну и вот как раз так будет выглядеть здание. Как я поняла, здесь будут не только открытые площадки, но еще и закрытые какие-то залы. Можно будет в аренду брать весь инвентарь и кататься, соответственно, по этим трассам. Извиняюсь за солнышко, немножко отсвечивает камера. Мы проходим с вами дальше. Здесь на столбах интересные рисунки, граффити. Выглядит очень реалистично. Посмотрите, какой классный вид. Здесь я даже, наверное, комментировать ничего не буду. Очень красивое место. Парк, конечно, будет довольно-таки большой. Нашла еще вот такой план. Но здесь планы кафе и зон отдыха. Вот так вот будет все выглядеть. Рядышком еще один план. И здесь написано, перечислены, точнее, все площадки этого парка. Здесь будет бетонный скейт-парк, асфальтный памп-трек, еще сцена, площадка воркаут, эйр-парк, стритбольная площадка, площадка для паркура и памп-трек для начинающих. Ну а мы с вами поднялись уже наверх, на мост Миллениум. Посмотрите, какая красота и каких масштабов будет этот парк. Кстати, концепция данного парка предполагает создание открытых площадок,
где будут заниматься люди не только спортом, но и семьи с детьми проводить свой досуг, какие-то спортивные, культурные мероприятия будут проводиться. И также здесь обещают сделать многофункциональный газон, площадки для игры, волейбол, футбол и прогулочную зону. Ну а мы с вами идем обратно вдоль того же парка имени Горького. Здесь вот я вам еще не показала такое поле, куда люди приходят с детьми и не только, просто поговорить, посидеть на зеленой траве, отдохнуть. Ну вот справа находится отель и развлекательный комплекс «Корстон». На 25-м этаже вы можете вот наблюдать, там панорамный вид и один из самых дорогих ресторанов нашего города, который называется «Экстра Лаунч». Вот мы подошли на улицу Ершова. Слева у нас «Стелла» и «Вечный огонь». Сейчас подойдем поближе. А сзади остался развлекательный комплекс «Корстон». С левой стороны вы можете наблюдать памятник, который возвели в память погибшему солдату. Ближе я, к сожалению, подойти не смогу, потому что, как вы видите, из-за ровного покрытия это место облюбовали подростки, которые гоняют на скейтах. Ну и сейчас мы с вами подойдем поближе к вечному огню. Ну и вот, друзья, сегодняшнее видео подходит к концу. Спасибо, что были со мной и досмотрели это видео до конца. Если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь. Не забывайте оставлять комментарии и ставить лайки. Всем пока-пока!